Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором как только что-то появляется в игре, сразу на этом канале можно смотреть обзор, причем с честным мнением по поводу того, что разработчики выложили. Если все это вас интересует, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и буду благодарен вам за лайкос под данным видео, все это поддерживает канал в его развитии, а мне делает безумно приятно, причем вам это не стоит ровным счетом ни гроша. Сегодня покрутим рулеточку на солидный розыгрыш, и мне очень часто пишут в комментариях по поводу того, что я в начале видео лью много воды и рассказываю много ничего не нужного, но именно надо сразу просто брать и крутить. Поэтому, ребят, если вы к ним относитесь, просто промотайте видео вперед, потому что в начале видоса я сначала расскажу по поводу экономического расчета себестоимости данной рулетки и целесообразности прокрута данной рулетки в целом. Так вот, ребят, к чему говорю? 20 прокрутов данной рулетки обойдутся вам в 25 тысяч золота. Что вы получаете за 25 тысяч золота? Вы получаете солидный контейнер, если он, понятное дело, выпадет вам в самом конце. Вы получаете себе 2 контейнера бомбических, получаете 2 контейнера мега, 2 чемоданчика с квестами, из которых что-то еще получите для прохождения и еще несколько контов таким образом соберете. Получаете себе 3 контейнера мистических и получаете себе всего лишь 3 контейнера, собери их все, себестоимость которых составляет 1500 голды, бери не хочу в любой момент в магазине. Ну и понятное дело, разработчики положили сюда такую шелуху, как контейнер с обвесом, контейнер с анимированным аватаром, 3 раза по 2750 свободного опыта и несколько раз по x5. Плюс к тому положили один раз 500 000 серебром. Все, вот и все наполнение рулетки. К чему говорю? Говорю к тому, что может быть не имеет смысла крутить данную рулетку, даже если у вас 25 тысяч голды есть. И сейчас объясню почему. Дело в том, что если вы не поленитесь и зайдете в магазин, опуститесь в самый низ, то вот вам, ребят, пожалуйста, солидный контейнер стоимостью 12 500 золота. За 25 тысяч стоимости рулетки вы можете просто взять и купить себе 2 солидных контейнера. Из этих 2 солидных контейнеров вы гарантом получаете себе 2 танка, и если у вас небольшая коллекция танков в ангаре, то, соответственно, повторений у вас не будет. Вы в любом случае получите от 3 до 10 мистических, либо от 3 до 7 контейнеров черных ящиков. Ну, я имею в виду, собери их все. Вы получите себе черные ящики от 2 до 5 штук. Также гарантом, ну, либо получите себе от 1 до 3 бомбических контейнеров. Кстати, здесь же лежат и контейнеры мега. Таким образом, получается, что вы за 25 тысяч золота гарантом забираете себе в 2 раза больше солидных контейнеров. В любом случае, получаете отсюда себе контейнеры одни из тех, которые есть уже в рулетке, плюс 100% получаете себе легендарный внешний вид на тачку, которую вы достаете, вы получаете себе обвес и получаете себе тот же самый аватар и еще какой-то дребедухи, в том числе и получаете отсюда какой-нибудь квест для прохождения. Таким образом, получается, что крутить рулетку данную на все 100% смысла экономического нет абсолютно никакого. И гораздо проще просто купить 2 солидных контейнера. Но специально для вас я покручу с вами рулеточку, для того, чтобы посмотреть, что зачем будет выпадать, какие шансы получить что-то из тех контейнеров, которые, даст бог, мне попадутся. И очень сильно надеюсь, что свою голду я не буду сливать на всю ту шелуху, которую положили рядом с контейнерами. Я лично для себя ставлю как предел 9 прокрут максимум. Более 1000 за каждый прокрут не вижу смысла крутить абсолютно никакого. Ну что, ребят, вот теперь начинаем крутить рулеточку, и вот те нетерпеливые ребята, можете начинать смотреть сам прокрут рулетки. Что я получаю за 50 золота? Ну и скажу откровенно, если бы у меня не было большой коллекции танков, и как я уже сказал, у меня было 25 тысяч голды, которые я готов был сливать, то я бы однозначно, ребят, просто купил 2 солидных конта. Из первого контейнера «собери их все» я забираю себе большое ничего. Беру себе талисман, коих надо мне еще целых 4, чтобы хотя бы косарик вернуть, немножечко свободки и чуть-чуть иксов. В отношении второго прокрута 100 золота.
Ну, давай, родимая, давай хотя бы чемоданчик с квестом для того, чтобы было чем заняться на прямых трансляциях. 2750 свободки. Сюда ее положили в количестве 3 штук, ну и, соответственно, количество слотов, которые заняты вот этими вот дешевыми наградами, можете сами посчитать, и поверьте мне, это приблизительно 1/3 от всего количества слотов, которые предусмотрены в самой рулеточке. Следующий прокрут, и здесь мы получаем опять свободный опыт 2750. 465 голды. Но давай, родимая, давай. Спасибо тебе большое. Мистический контейнер. Навряд ли получаю отсюда мистический сертификат, но вдруг, чем черт не шутит. Ничем он абсолютно не шутит. Никаких шуток с мистическими контейнерами в последнее время быть даже не может. 590 голды. Ну давай мега, что ли, я не знаю. Мега-контейнер. Слушайте, по-моему, меня услышали. Так, и... Вот оно! Вот оно! TL7120. Тачка, которой у меня не было в коллекции. Наконец-то он приземляется на основном аккаунте. 1250 золотом, да еще и получаю с запертого контейнера ключик. Вот это действительно очень удачно открыто. Вот очень удачно открылся. Едем дальше. 700 золотом. В целом, что бы мне дальше не выпадало, я уже доволен. В моем случае я окупился, вышел в существенный плюс. Получил машину, которой у меня не было. Но, ребят, запомните. То, что выпадает у меня и периодически мне везет в рулетках, ребят, это не значит, что повезет вам. Поэтому я всегда говорил, говорю и буду говорить. Не крутите рулетки, если у вас мало золота. Лучше подкопите голды. Если вы крутите рулетки не ради получения адреналина, лучше покупайте танки непосредственно из самого магазина. Так гораздо выгоднее, и вы понимаете, что конкретно вы поставите себе в ангар. Квестик получил для прохождения на прямой трансляции, а значит уже все хорошо, и вечерком всех приглашаю к себе на стримчик. Я говорил по поводу того, что дальше 925 голды я уходить не буду. Но с учетом того, что я получил TL7120, я считаю, что еще несколько прокрутов я могу сделать. Понимаю, что солью эту голду в никуда, навряд ли мне повезет еще с чем-то. Но в конце концов, справедливости ради, раз уж игра мне дала танк, который стоит существенно больше, нежели я потратил, то можно еще немножечко ради вас уйти в минус. Буду благодарен, если поставите лайкос данному видео, мне будет безумно приятно. В целом, мое утро началось довольно неплохо. 1350 золота, но дешманская награда стопудово. Но я же говорил, 500 000 серебром, по большому счету 5, максимум 6 нормальных качественных побед на каком-нибудь левчике, и эта сумма и так будет у меня находиться в моей серебряной копилочке. 1550 золотом, и здесь что я получаю? Контейнер «Собери их все». Открываем. Притормаживания нет, значит танка не будет. Я свой аккаунт знаю, знаю как облупленный. Если вначале не тормозит при открытии контейнера, значит дальше ничего интересного не будет. 1750 золотом. Смотрим, на каком прокруте я нахожусь. У меня 13-й прокрут, не нравится мне эта цифра. Ну, не знаю. Не знаю, ребят, имеет ли смысл крутить дальше. Я лично считаю, что пора остановиться. Сейчас попытаюсь объяснить почему. 1750 золотом я не готов платить за «Собери их все». Чемоданчик с квестом этого тоже однозначно не стоит. В отношении 2 контейнеров бомбических, навряд ли они мне выпадут. Шансы, кстати, сейчас посмотрим. Вот это вот и вот это вот по одному контейнеру уж точно не стоит 1750. Ну а если за 1750 я получу себе анимированный аватар, я расстроюсь просто до безобразия. В отношении шансов я прокрутил 12 раз рулеточку из, если я правильно помню, 20 предусмотренных. И теперь давайте посмотрим на мои шансы. Как я говорил, контейнер «Собери их все» занимает на себя 44%. 45% занимает один мистический контейнер. Солидный контейнер поднялся всего лишь до 0,38, что говорит о том, что в целом, ребят,
ну, я получу этот контейнер, скорее всего, на последнем прокруте. В лучшем случае, на предпоследнем прокруте, причем перед этим я получу мега-контейнер. Ну и теперь давайте посмотрим на калькуляцию. Если возьмете, да посчитаете вот то, что здесь сейчас находится, то только вот в этих вот 5, точнее 4 прокрутах уже лежит 10 тысяч голды. Плюс вот 2, того уже 12 с копейками. Если забрать сюда еще вот эти прокруты и вот эти, то получается, что я могу прямо сейчас пойти купить солидный контейнер за 12 с половиной тысяч голды, ну и в целом вообще ничем не рисковать, да еще и сдача останется. Поэтому на данном этапе я, ребят, останавливаюсь и искренне желаю вам уметь тоже вовремя остановиться. Я получил то, чего я хотел, я получил танк, которого у меня в коллекции не было. Ну и в целом считаю, что на этом, ребят, необходимо уметь ставить жирную точку. Пошел снимать следующее видео специально для вас. Вы, пожалуйста, пишите свое мнение в комментариях. Я с удовольствием почитаю. Ну а если ваши комментарии будут требовать ответа, обязательно вам отвечу. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.